От нечего делать слонялся по станции и пришел в церковь. И спросил у служителя бога. Стой, извиняюсь, это космическая станция, и на ней церковь? Да. Да. Хорошо. Там можно свою религию сделать. Ну ладно. А, блядь, а в какую сторону мусульмане молятся тогда? Просто они ж в невесомости должны закрепиться. Одну секунду, я сейчас выйду, у меня родаки пришли. Вы пока шутите тут. Какую сторону молятся мусульмане в космосе? Это ж серьезно, он должен в сторону Мекки валиться. Мекка на земле. Если у них там не невесомость на станции, то он должен там, Ярик, Коля, идите сюда, вы меня будете держать над полом, пока я буду в пол молиться фактически. Потому что на землю надо. Или вверх нужно. Я предлагаю с двух сторон зайти. Короче, тут кто-то будет стоять на стрёме, а двое остальных, они пойдут через клад аккуратно. Я могу здесь остаться. Наоборот, ты сейчас быстро. Вижу подозреваемого, похоже. Тихо. Да, он с оружием. Без команды, давай, стой. По команде заходим. Я возьму сейчас тазер. Так, ну подожди. Сейчас не заходи. О, блядь. Да. Испугался. У меня два подозреваемых в упор. Так. Он не положит оружие. Тихо. Лежать. Не надо его бить. У него пистолет. Так, стой, вяжем гражданского. Так, подожди. Стой, не заходи, я тебе говорю. Так, Сережа, ты что делаешь? Я газовый. У меня под контролем все. У меня все под контролем. Так, идите кто-нибудь сюда. Кто-нибудь с этой стороны и кто-нибудь стой оттуда. Тут наркота. Я нашел. Мое. Где ты наркоту нашел? На полу лежало. Ладно, так, короче. Холодильники чисто вроде как. Пойдемте, кто-нибудь здесь зайдет. Нет, там просто через холодильник можно дальше в офис зайти. А, давай я тут пойду. Так, стойте. Тише ты, ну ты что? Он у меня прилег. Да по ногам стрелять надо. Так, Андрей, пойдем. Ладно. Я его наглухо ел. Не надо было его наглухо. Так он стрелять по мне начал. Так по ногам. Нет. Так. А, тихо. На пол, мразь. Так. Блин, я его убил. Пули убивают, что делать? Так, слева вот прям за косяком чувак стоит. Прям рядом? Дальше в помещении. Да-да-да, он прям там поворот идет дальше. Я, короче, предлагаю, кто-то открывает, и кто-то светку кидает, и мы резко заходим. Давай, замахивайся, я открою, ты кинешь. Я на контроле. Раз, два, вот туда кидай. Раз, два, три. Пусти. Ой, я в другом месте появился. Давай посмотрим, что там. И там ничего не будет. Один готов. Так, смотри, отходи, я сейчас вышибаю дверь, заходим быстро, понял, да? Давай. Понял, я тебя спрашиваю. Братан, дай зайти. Ай, тихо. Тихо, все. Ну, я его ранил. Ты бы все обдудил просто. Так. Стой. Тихо. Куда ты пошел в дверь, Будин? Что ты делаешь? Потому что тут чел. Так, ну надо, понимаешь, так. Неплохо. Ему в голову сразу же. А он умер? Да, ему в голову дали. А ты из чего выстрелил? Из тайлера? Нет? Ты из чего выстрелил? Ты можешь сказать, из чего выстрелил? Вот с этого. А, блин, у меня почему-то была такая анимация, что ты из тазера выстрелил. Это Андрей выстрелил, было поздно уже. Все, Андрей, ты резко открываешь, я закидываю шумовую. На счет три. Вместе с Сережей. Раз, два, три. Открывай. Ладно, не резко. Я
кто в меня попал. Я, видимо. Я тоже раненый. Так, мы все не очень хорошо вышли со мной. Да, хилл зашли, так. Вяжем гражданских, если они тут есть, конечно, после такого захода. Так. Все, заходим. Че, предлагаю флешку кинуть сначала? Давай. Я замахнулся, давай на счет 3. Раз, два, три. Отворачиваемся. Это... Серверный. Так, тихо. Я вижу, типа. Готов. Хорошо зашли, хорошо. Здесь что? Так, там гражданская. Она не связана. Да, да, да. Так. Теперь предлагаю с разных концов зайти наверх. Хватит женщин убить, я прям слышу. Я звуки это слышу. Перестань. Бабак. Он спрятался в комнату, нет, я блокиратор. А, у него блокираторов нет. Да я говорил, 3 блокиратора надо брать. Я контролю. Так. Блять. Кого убили, Андрей? Блять, Андрей. Задание провалено. Давайте заново. А, ну, Андрей, давай вместе. Так, давай. Раз, ты открывай, я кидаю. Что? Он сваншотил меня. Андрей умер. Он меня сваншотил просто. Так он тебе в голову суппорт. Бывает, да. Андрей, ты должен был быть готов. Так, подожди, сначала вот эти двери. Все равно не забываем про вот эту херню, Андрей. На счет 3, 1, 2, 3. Газ. Это они кинули газ? Я кинул газ. Не схватил газ. Прогуливался. В комнате в этой есть спереди, которая. Господи. Просто реально черные оперативники. Или хикушники обычные из Half-Life. Блять, они теперь это страшно. Прикрай, Андрей, прикрай слева коридор. Он туда смотрит. Санкционированная сила. Я захожу. Мразь, гниль, тварь. Я прям его в очередь пустил. Можно даже на самом деле нет, не сообщать. Да, конечно. Ай-яй-яй. А ты с чего стреляешь? С караж. Ладно. Так, сейчас, тихо, подожди. Я сейчас в помещение закину, короче, из гранатомета. Тут противник, бьем. Тихо, стой. Ты убил гражданского. Ну, они застакались друг в друге, они, смотрите сюда. Давайте еще раз. Посмотри. Нет, нам нужны все, мы... Есть пострадавшие, нужны медики. Мы фашняем. Он оказался. Вы издеваетесь? Ты скажи хотя бы, что типа, ну ты как-нибудь отреагируй, когда к тебе. А как мне реагировать на это? Типа, ой. Ай.